Более 13 миллионов рублей похитили при реконструкции здания спортшколы в Южно-Сухокумске. Об этом сообщает Следственный комитет Дагестана. Махинации были проведены за счет завышения объемов и стоимости выполненных работ. Гендиректора подрядной организации теперь обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечу, что контракт между мэрией и строительной компанией был заключен в 2016 году. Тогда на проведение строительных работ было выделено 35 миллионов рублей.